словом этого года, конечно же, можно назвать слово «коронавирус». Оно серьезно изменило нашу жизнь, но есть еще одно очень важное для нас слово, и это слово «Крым». В этом году оно стало звучать чаще. Из уст президента, политиков, наших дипломатов и международных партнеров появилось даже словосочетание «Крымская платформа». Она должна способствовать деоккупации Крыма. И вот хочется пожелать, чтобы в следующем году деоккупация Крыма из словосочетания превратилась в событие. А мы бы вам об этом рассказали в выпусках «Заман». Хороших вам новостей в следующем году.